Я бы это хлеб приложила. Детский факт. Зачем же? Нет, это есть. Остальные креветки куда? Из мокра здесь. А остальные у нас спрингрол сейчас. Да. Пойдет на полку. С грейкингом. Это даже в фарш. Во второй. Ну там сибас был? Это сверху сибас или нет? Нет, это все по фаршу. Здесь сибас филе, фарш, краб, остаток от мяса. И креветки в этом. А в этом только сибас и краб. Окей. Домашний вариант. Дешевый. Да. Он пахнет. Дешевый? С креветки? Ну, разве домашний, значит, да. Попроще. Мне кажется, сделать фарш из сибаса дешевле, чем из креветок. Из краба, сибаса и креветок. Можно сделать чего? Это меня даму уговорили. Давай делать два. Вообще должен был, по идее, быть один. Натуральный, то есть с натуральными. Ну мы же любим разнообразие. Ну конечно, да. И нам говорит, давай. Я говорю, ну ладно, что ж. Что же делать? Давай теперь сделаем так. Да-да. Кстати, фарш останется у вас. Зачем? Отлично. Сделаем котлетки. Ну, я вечером дома, да, там есть ничего, я котлетки.